Я из Петербурга с интересом, значит, наблюдаю за вашим проектом еще с тех пор, как у вас был полигон в Озерах. Грузовик оттуда стоит здесь сейчас на входе. Мне именно этот вариант струнного транспорта, вот поставленные машины на струны, у вас еще в книге 100 вопросов, 100 ответов есть автобус на струнах, казался наиболее интересным и перспективным именно вот, например, для нашего города Петербурга, где бы он идеально подошел. Вы, вижу, от этого проекта отказались. Наверное, есть серьезные причины, по которым вы отказались от того, чтобы вот реальные машины, вот грузовики, автобусы ставить на струны, что уже не надо строить модули и сертифицировать что-то. Вот есть автобус, поставил на струны и пустил. Понятно, понятно. А всегда, когда возникают новые отрасли, то вот то, о чем вы сказали, традиционно возникает. А зачем мы вагоны будем делать? Давайте в виде дилижанса сделаем. И были вагоны в виде дилижансов. Потом автомобили. Ну, давайте тоже автомобиль в виде дилижанса. Ну, понимаете, все-таки телега и транспорт общественный, ну, это все-таки не совсем то, да? Так вот, то же самое. Не надо тянуть из старых отраслей то, что там есть. Ну, не надо паровой котел тянуть, допустим, в самолет. И стальные колесные пары для самолета, чтобы по рельсам он взлетал. Да? Наверное, там нужны свои стандарты. И поэтому вот эти, то, о чем вы сказали, решения не оптимальны, они нужны были для, не для того, чтобы показать, какая классная машина ЗИЛ. ЗИЛ плохая очень машина. Она расходует много топлива, она тяжелая, она ненадежная, она ломается постоянно. Зачем это все? Да? То же самое и автобусы, они не наши модули, они абсолютно в другой логике построены. Представляете, едет унибус, и там выхлопная труба, и дымок, да, с автобуса на стальных колесах. Поэтому это как какой-то этап, ну, еще можно было бы, но он прошел этот этап. Global Star Club. Возможности безграничны.